Приветствую всех на канале Choke Choke, я его ведущий Стас. Сегодня мы продолжаем серию отстрелов устройств компании Patternmaster, предназначенных для коротких дистанций. Ну, собственно говоря, устройства эти могут классифицироваться как, дистанция short range, то есть короткая дистанция. Устройство это называется anaconda sss, это суперспорт шутинг, я так понимаю. По поводу его назначения, вообще по большому счету здесь написано скид, но это прямо анаконда, такая же как short range, только рассчитана на еще более широкую осыпь, то есть такая же как анаконда short range охотницкая, только она сделана вот в серебристом вот так вот виде, вот не окрашена. И рассчитана она на еще более короткий выстрел, на еще более широкую осыпь. В чем мы сейчас с вами и будем убеждаться, естественно, и будем в процессе отстрела понимать, так ли вообще это. Ну а теперь приступим. Ну начнем мы также с семерки, фетер спортинг, семерочка, посмотрим, 28 грамм навеска. Пойдемте глянем. Ребят, все, кто меня просил подобрать устройство, чтобы на 15 метров оно вообще не разбивало дичь, чтобы охотиться из-под собаки, чтобы просто-напросто оно было идеальным на дистанции 15-20 метров, даже 10 метров там, к примеру. Вот оно. Я сам вообще обалдел, когда это увидел. Вы представляете, что вот эта осыпь 15-метрового выстрела, это идеальное вообще устройство. Тут просто вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь по центру, вот по вот этому. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять здесь, раз, два, три, четыре, пять, ну шесть. Ну как бы вот тут не разобьет вообще нигде ничего. Тут достаточно большое расстояние между дровинами. В любой части вот нарисуем. Просто смотрите идеально как. Прям идеально, я считаю. Сейчас попробуем вот еще пятерочками контейнерными, бесконтейнерными постреляем на этой дистанции. Вы представляете, какая осыпь широкая и равномерная просто. Вот только я на прошлой серии говорил, что в новое устройство дульное Patternmaster влюбился. Вот опять видите. Каждый раз мне, почему мне нравится Patternmaster отстреливать? Не скучно. Каждый раз что-то новое, что-то удивительное просто. Какие дисперсанты? Какие вообще дисперсанты могут это показать? Это просто идеальная осыпь, на мой взгляд. Вот 15 метров просто. Идем дальше, стреляем пятерочками. Посмотрите просто, я говорю, просто идеально. С подхода, с собачкой. Бой, 28 грамм, семерка. Идеально просто. Идем дальше. Пятерка, 32 грамма, профи хантер, без контейнера. Вот опять 15 метров, опять та же дистанция. Просто идеальная для этой дистанции осыпь. Те, кто на коротках охотятся, вы меня понимаете, про что я говорю. Широко, вы смотрите, как широко он берет. По большому счету, тут даже выцеливать просто не надо. По количеству дробин на центр. Да это не так много, он не будет разбивать. Тем более, что прямым центром редко мы стреляем. У нас вот выстрел, как правило, из-под собаки, там резко выскакивает, когда дичь. Наш выстрел, если вы кто охотитесь, знаете все это дело. Вот наш выстрел. А то и бывает и в этих частях даже, вот так. Вот они, наши выстрелы. Но основное это вот. Вот мы по вот этому кругу, вот мы стреляем. Потому что ну куда тут промахиваться, вот она дичь. Стреляем по сути вот. В нее стрельнулся, а это время она чуть сместилась там, пока на курок нажимали. Вот вы ее все равно уронили. Фетр, пятерка без контейнера. 32 грамма. Для дистанции 15 метров я в своей жизни лучше устройство вообще не видел. Говорю. Вот у нас осыпь сама прошла. Вот центр у нас, прям по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Да тут вообще, ну, немного. Тут не так часто она прям пришла, чтобы что-то разбить вообще. Вот по центру вообще 1, 2, 3, 4, 5 всего пришло. Берем, значит, вот радиус даже наших охот. Просто вот, вот так вот. Рисуем. Ну, в смысле, именно предполагаемый радиус наших попаданий по цели. Все биты вообще цели. И вы можете обозреть, что не так-то много дробей приходит. Даже на центр, если вот нарисовать, раз, два, ну тут немного, тут десятка, полтора дробин максимум. В среднем 10-15 дробин. Я считаю, очень хорошо и просто, ну, это прям почти идеально. Да это не почти, это прям идеальная осыпь. Кто бы мне что ни говорил. Дистанция, вот, 15 метров, сейчас тройка, еще стрельнем, глянем. Троечка, 32 грамма, фетр. Ну, обозреваем. Вот у нас сам центр осыпи. Вот он. Так, ну выстрел вот куда-то вот сюда. Ну, по сути, вот он в середину и пришелся. Не будем мы тут ничего морочиться, вычислять там этот центр какой-то. Здесь вот несколько дробин. Просто тут на сквозняк прошивает вот эту ДСПшину 2-сантиметровую пыжом. Так. Но я не вижу здесь вот прямо такое количество дробин, чтобы прям разбило. В округе по контуру, если мы так вот будем рисовать, ну так, предполагаемо, куда-то если там выстрелить, да, да все оно будет бито. Вот по зайчику, если с подхода, там где-то торопите зайчика, я вообще лучшего чока не знаю, где взять. Часто вот я сам, когда тороплю, у меня часто вообще выстрелы, ну буквально вот как примерно такое же состояние есть 15 метров. Но он подскакивает, особенно если в кустарнике, его вообще, ну, сложно стрелять, потому что прямой выстрел сразу разорвет, а выстрел, значит, ну, куда-то отпускать, там уже кусты. Не попадешь. И вот 15-20 метров самая та дистанция. И вот мне нравится, что здесь все так широко и хорошо осыпало. Тройка био, главпатрон. 15 метров пока еще стреляем. Я говорю, прям идеально вообще работает. Вы представляете, он на 15 метров почти перекрывает 100-дольную мишень по ее окружности. Мы, если, допустим, с устройств, там, кот Black Duck стреляли или кот Black Goose, у нас вот сюда все укладывалось, вот прям в такой периметр, укладывалась почти вся дробь из патрона. Здесь, на эти же 15 метров, сами видите, какая осыпь. По центру много не присутствует, ну что тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну немного их. По периметру нашего выстрела, как правило, как вот я... Обычно люблю это обозреть для себя. Вот я так обозреваю. Ну и как бы есть предложение и вам это так обозревать. Все, собственно говоря, в любом месте окружности здесь дичь, ну, найдет себе. Вы еще не забывайте, что тут и вот они есть еще по периметру. не особо-то тут куда можно и положить-то вашу дичь. Как бы практически везде она найдет свою дробь. Все четко. 15 метров, короче, счастье для, ну, просто с таким чоком это счастье стрелять на 15 метров. Чуть про спортингистов не забыл, про наших уважаемых. Вот 28 грамм восьмерка веговская. Стрельнем на 15 метров, покажем, как если будете использовать, если это устройство, вот, стрелять спортинг или скид, ну как вообще будет работать. Ребята, вы сразу говорю, кто скид стреляет. Вот красненькими точками Володя пометил, все, сейчас помог мне. Это счастье. Это золотые, серебряные и бронзовые медали. Вот такая осыпь, когда происходит на 15 метров, некоторые тут еще не округлены, это вот 15 метров всего лишь. Устройство дает на контейнере вот такие осыпи. На ските невозможно промахнуться, мне кажется, будет просто-напросто. Куда там промахиваться? Как вообще можно промахнуться? Даже спортинг вот стрелять, как бы, ну, вообще ништяк, мне кажется. Да не кажется, оно и есть ништяк. Ну а так вообще вот по охотам и по круглому стенду зачетное устройство просто вообще. Мне очень нравится. Ну все, обозрели. В общем, для спортсменов. Давай, Миш, покажем 25 метров. Про бдительных математиков никогда не надо забывать. Которые прям любят это дело, что-то пальцем ткнуть в дистанцию, там, до сантиметра, там, что-то. 28 грамм, забыл показать, 28 грамм семерка. Ну вот я пометил 28 грамм семерочка. Да вообще нормально прям. Я думаю, что на 35 метров 28 грамм уже не стоит стрелять. А вот дистанция 15-25 метров прям идеально вообще все и работает. И не будет нигде она давать лишние осыпи вам на мишень. Прям 100% вообще. Ну, я считаю, прям это очень хорошая осыпь, ровная. Центра нету. Смотрите, осыпало все периферии хорошо. Я еще малость чуть выше взял, конечно. Ну, вот они и здесь дробины. Вот здесь надо понимать, что здесь очень много. Вот здесь это тройка, тройка, двойка, с двойка, с двойка, с двойка. Ну, то есть такие, с двойка. Ну, тут как бы это... Что если, допустим, вот это прилетит, вот так вот, в вашу там утку, к примеру, да, вот здесь вот 3 дробины, вот тут 2 дробины, вот тут 3 дробины, тут одна. Это по большому счету 8 дробин в нее прилетит. Как бы концентрация дроби такая нормальная, вот с двоечек очень много. Да и даже если вот просто утку я рисую, если по утке там куда-то что-то поехали, черка пострелять. Куда нафиг? Вообще просто, ну, прикольно прям. Так, ну сначала на 25 метров пятерка фетр, 32 грамма. Ну, для устройства, которое прям вот предназначено стрелять все-таки на близкие дистанции, это вообще нормально все. Но есть у нас вот здесь небольшой дефицит. Но опять же, одна-то прилетела. Да и как бы, ну что, ну вот нарисуем мы здесь утку, ну и что? Что, мы ее не возьмем, что ли? Я утка хоть как, я же говорю, мы же не в мышку охотимся, пацаны. Мне часто начинают там говорить там за что-то, я вот такое, я прям это, расстраиваюсь сразу, что у нас в принципе люди, ну вот эти элементарные вещи, это же надо понимать. Да хоть как здесь она возьмет? Все ровно, опять же, но это насколько должен быть промах? Это прям сантиметров 40 на 25 метров, да это нереально. Вы будете вот стрелять вот здесь. Вот. Вот периметр, в котором вы будете стрелять. И если я вам тут нарисую даже самые незначительные цели, небольшенькие прям, небольшенькие цели, вы все здесь возьмете. На 25 метров куда так мазать-то? Плюс ко всему надо понимать еще, почему здесь небольшая пустотка, видите, обвысил. То есть снизу мало, а вот это все, видите, осыпало как. Чуть выше прошел выстрел просто. Если бы ниже бы опустилось, здесь бы эта пустотка, она бы вот сюда, вот в это поле ушла бы просто, и все, и бы, и даже бы и не было видно. По большому счету, вот он, центр россыпи нашей, вот наш центр. Все уже так, на то пошло. Ну, даже не будем в этом вопросе разбираться, зачем. Вот картина, вы же видите. Даже вот в этих краях, где-то, если бы вот вы стреляли во что-то, да, вот, да вы бы прям добыли стопудово. Какое устройство вам вообще такое даст, вы мне скажите. Вообще идеально работает. Просто идеально, я считаю. Давайте еще постреляем на 25. В чем еще я вижу плюс вот этого устройства? В его универсальности, дикой причем универсальности, я просто сам не ожидал даже, еще не стрелял с него. В том, что если вы, надо вам чуть кучнее, вот я вам сейчас показал картину, хотя я ее считаю идеальной, но надо вам чуть кучнее, возьмите вот контейнерный боеприпас, давайте средним фетром в контейнере, глянем, как он полетит. То есть вам чуть кучнее, то есть вы всегда можете настроить дистанцию за счет применения различного вида пыжей. Вы всегда можете настроить свое устройство под разные дистанции. Контейнер, без контейнера, плюс патронами поиграли. И всегда можно найти идеальную ширину осыпи, как вот вам надо. Вот я контейнером стрельнул. Ну и все, что. И, кстати, смотрите, идеально. Просто я даже не знаю, что вам тут объяснять. Я только могу вам порисовать в разных частях вот эти, мишени наши. Вот по центру раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По сути, вот в этом кругу всего 10 положил. Заметьте, он вообще не дает лишней дроби. Вообще нигде ее не кучкует. Мы если вот здесь вот нарисуем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В центре 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Тут 10. Вот если вот мы центр, круг здесь нарисуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7. Вот она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Вы заметили, что тут и тут примерно столько же, сколько тут. Даже вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Здесь то же самое, что в центре. Вот нарисуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. То есть по большому счету вот настолько идеальная осыпь, что количество дробин, прилетающих в цель, по которой мы стреляем, она прям, во многом сходная, то есть именно там, где концентрируется дробь. По нашей окружности, в которой мы всегда стреляем, то есть на 25 метров, то, где тут можно что нарисовать, чтобы там не увидеть дробь? Да нигде вы тут ничего не нарисуете. Вообще четко. Пятерка, СКМ. Но я даже не думаю, что ее можно назвать контейнером. Тут как бы он такой вообще. Это, можно сказать, бесконтейнерный боеприпас. Там обтюратор что-то наполовину высоты столбика дроби всего. Устройство, которое работает, на мой взгляд, прям идеально вообще. Вот СКМ, опять 25 метров стреляли, да? Просто сами посмотрите. В этой окружности по центру выстрела у нас, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Всего 11 дробин. Вы смотрите, как все осыпало. Даже вот сюда, если погрузить нашу утку. Вот, раз, два, три, четыре, пять, 6. Вот. Раз, два, три, четыре, 5. Даже вот тут ее поставить, 2 дробины она свои слоит. Здесь, здесь все. Тут присутствуют дробины, да? Вот присутствуют. То есть вообще просто. Я считаю, это идеальный прям бой. Невозможно что-то здесь такое придумать. Давайте будем красным рисовать наших предполагаемых уточек. Куда их тут можно только поместить? Везде она, ну, найдет все. Вообще четко, просто. Идеально работает устройство. Давайте тройкой теперь будем стрелять. Тройка, 32 грамма ГП, ну, главпатрон. Без контейнера она. Ну вот, смотрите. Единственное, прошу тут внимание маленько обратить, что я завысил. И чуть-чуть вот сюда, вот видите, тут вот все осыпало. То есть вот он центр на самом деле. Вот. Вот так вот. Вот так вот прошел наш дробовой сноп. Вот сюда вот. Вот она. Вот так. Вот. Но перестреливать не будем. Кто понимает, все увидят то, что нужно. Вот. Смотрите, просто вот качество. На 25 метров. Идеально. Осыпало просто все, кроме вот этого вот уголочка небольшого. Но опять же в силу того, что я вот сюда вот ушел. Поэтому не осыпало. Вот. В любой части окружности идеально осыпало вообще. То есть нигде ничего не разобьет. И в то же время, как бы, ну, все вы возьмете, что нужно. По центру, да даже если бы вот этот центр брать, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, даже пусть там даже 5 дробин там. Но центр реально, который был тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 дробин прилетело. Да вообще четко все. И тем более это бесконтейнерный боеприпас. То есть, ну, вот это тоже нужно в виду иметь. Давайте сейчас четверкой стрельнем. Я что-то четверкой забыл вам показать. Многие просят всегда ее тоже стрелять.